Добрый день, уважаемые телезрители. В прямом эфире программы «Из первых рук» в студии работает Акмарал Майкузова, а также Виктор Гербер, главный редактор газеты «Эврика». Добрый день, Виктор. Здравствуйте, Акмарал. С прошедшими праздниками. Ну и с новым очередным номером газеты «Эврика». Ну, вы сами работаете в журналистике. Какие у вас могут быть праздники? Работаем. Ну, вы прям сразу пыл, скажем так. Зачем? И пока все отдыхали, мы работали. Вот вышел свежий номер. В двух словах о нем. Какие темы? На первой полосе мы рассказываем да, вот, о том, что 1 декабря, собственно, когда вся страна праздновала, в Хромтау случился пожар. Сгорело здание, ну, не полностью, но одно его крыло сгорело полностью дотла, именно там, где находился районное отдел образования. Здание довольно-таки старенькое, деревянное. Вот мы вчера об этом узнали, туда съездили, переговорили с людьми. Причина пожара устанавливается, но, видимо, источник все-таки произошел из кабинета главного бухгалтера. Еще такая, ну, такая вещь, над которой мы абсолютно не потрониваем, наверное, все-таки такое вот ужасненькое совпадение. 22 ноября неожиданно скончался заведующий Хромтауским районным отделом образования. Через 9 дней сгорело здание, в котором он работал. Ну, может вот быть, об этом на подробнее на развороте 2.3. В материале под заголовком «Сгоревшее здание отдела образования продолжает тлеть». Вот. А далее, декабрь на самом деле у нас получается таким вот праздничным месяцем. Два дня, самый главный праздник в Казахстане, национальный праздник, День независимости страны, 1 декабря, День первого президента. Католическая конфессия 24-25 будет отмечать Рождество. Ну, естественно, 31-го, самый любимый праздник нашей детворы. Новый год. С каждым номером мы все ближе к именно этому последнему празднику. С каждым номером мы наращиваем присутствие в газете материалов о Новом годе. У нас во второй книжке три дайджестовые полосы о том, что можно и что нужно сделать заранее, готовясь к этому празднику. Ну вот наш неуемный корреспондент Володя Бурьянов к празднику готовится несколько иначе. Он решил пробежаться по рынкам и магазинам. И вот на шестой полосе его материал к Новому году опять подорожает, задается вопросом наш корреспондент. Смысл какой? Мы сделали акцент именно на те продукты питания, которые будут покупать к новогоднему столу. И посмотрели, сколько же эти продукты стоят сегодня. И перед самым Новым годом мы посмотрим, насколько, да, насколько они выросли. Цены имеется в виду, а цены вырастут обязательно. Даже есть такой анекдот, да? Чем ближе Рождество, тем в Европе и в Штатах ниже цены в магазинах. Ну, в России, собственно, в Казахстане наоборот. Продавцы навариваются на нас, зная, что хоть что-то сладенькое, вкусненькое на наш новогодний стол мы обязательно купим. Отсюда мораль. С ноябрьской зарплаты все, что не портится, необходимо закупить заранее. Наверное, да. Наверное, да, потому что завтра будет дороже. И продолжая эту тему, восьмая полоса – многострадальная гречневая крупа. За последнее время у нас в Актобе цена на нее выросла в полтора раза. Мы не переливаем, опять же, там, допустим, из пустого в порожнее, рассказываем, ой-ой-ой, почему так происходит. Мы задались совсем другим вопросом. А неужели в Актюбинске ее нельзя выращивать? Извините, как-то не приходила мысль. Оказывается, можно. Можно, да, затратно, трудоемко, но можно. И в этом нас прям так меня спросили, как будто я этим должна заниматься. Я аж прям растерялась. Будете, будете, мало ли. Ну, теперь будем, конечно. Пути Господни неисповедимы. Тары выращиваем. Не уил теперь, может быть, не будет у нас, если буду выращивать гречку, столицей тары, а может быть, как раз таки. Да, ну, по крайней мере, там климат самый подходящий. Потому что вы говорите, известный в области человек, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Цыганков, говорит, что это очень требовательная культура, для нее нужна влага, за ней нужно ухаживать, а после того, как она все же вырастет, ее нужно определенным образом обрабатывать. Но он говорит, что опытная станция гречку сеет и получает 6-12 центнеров с гектара. А в промышленном масштабе в области
Ее можно выращивать в Каргалинском, Мартукском, Хромтавском и Атикибийском районах. И а нужно же... нам всего 110 тысяч, наверное, тонн. Столько, сколько наверное. У нас сейчас запас имеется. Мы посоветовались с двумя фермерами и получили как бы противоположные точки зрения. Один из них говорит, да ни за что, зачем она мне нужна, я не буду. Второй говорит, а почему бы нет, а я, наверное, с лета начну. И вот эти перипетии вокруг гречневой крупы у нас рассматриваются в материале «А кому гречневой каши с маслом постным» на странице 8. Так, идем дальше. Рядом же на соседней полосе наш корреспондент Дмитрий Шинкаренко рассматривает такую проблему, как строительство еще одного нефтеперерабатывающего завода в Казахстане. Следует напомнить, что в этом году у нашего президента были два послания народу, а в январском послании он поставил задачу, чтобы четвертый НПЗ в Казахстане был построен. Сколько, не знаю, какую сумму это строительство не обошлось. Буквально пару месяцев назад задание президента, кстати, было дезавуировано никем иным, а как, ну, теперь уже бывшим министром газа Узакбаем Карабальным, который сказал, напрямую не цитирую, но смысл такой, а зачем? А давайте, вот у нас есть три НПЗ, мы их по очереди каждый отремонтируем и будем перерабатывать из нефти столько бензина, сколько нужно нашей стране. И вот наш корреспондент задался двумя вопросами. Нужен ли четвертый крупный нефтеперерабатывающий завод? И, собственно, а почему бы его в Актюбинской области не поставить? Быть. Ближе к источнику сырья. Ответы на такое вот экономическое исследование на три веселых буквы. Это название статей. НПЗ – это не те буквы, о которых можно было подумать. Статья на три веселых буквы Дмитрия Шинкаренко, страница 9. Страница 11. Интересную такую историю раскопала Динара Жаналина. Буквально на выходных состоялась свадьба, когда Актюбинка Ольга Дюсенгалеева вышла замуж за американца Брайана Райнхолда. Мне чем эта история понравилась, когда, собственно, этот материал заявлялся еще на планерке, то штука такая, вот Брайан говорит на русском языке через пень-колоду. Казахский не знает вообще. А девушка у нас на казахском языке. А девушка знает три языка в совершенстве. Казахский, русский, английский. Вот так почему что казахские женщины... нужно изучать сразу три языка. Мне нужно необходимо подтянуть. Американцы будут прямо в штабеля складываться на пути. Американцы, английские. Интересная история и не менее интересная вкусная фотография на странице 11 в материале Брайан Райнхолд. «Я женился на своем лучшем друге». Проблема, которая волнует, наверное, многих активистов, рассматривается в материале Юрия Тарасенко. Ожирение. Что это такое, почему оно возникает и как избавиться от лишних килограммов. Избавиться от лишних килограммов хирургическим путем предлагает доктор медицинских наук Урал Аспанов, который на прошлой неделе приезжал в наш город и провел несколько операций, несколько хирургических вмешательств. Уже как же он называется? Перевязал желудочек, скажем да, так. Да, да, да. Вот вы знаете, да. Господин Тарасенко решил пожертвовать... Тоже перевязать. Нет, нет, нет. Я не знаю, что он будет себе и где перевязывать, но он решил пожертвовать собой и сказал честно вот доктору, а давай посчитаем. Я достаточно большой человек, а вы знаете Юрия Федоровича, достаточно крупный человек. Больше, чем да, по всем таблицам выходило, что даже более чем. Теперь корреспондент озадачен, что же ему к лету с собой делать-то. И подобная таблица, чтобы узнать, да, каждый читатель ли может на узнать, самом деле, да, страдает он дефицитом массы тела или наоборот ожирением в какой-то степени. Я так понимаю, наша программа подходит к концу. Хочу напомнить о новогодних конкурсах, которые на полных парах продолжаются в нашей газете. Вы можете ознакомиться с их условиями и посмотреть те подделки, те вещи, которые наши читатели уже приносят в редакцию. Это их можно будет увидеть как на странице газеты, так и на нашем общем сайте РИК-ТВ-КЗ в подразделе «Эврики» в категории акций. Ну, перевязывать все-таки желудок лучше после Нового года. Да, для участия в новогодних конкурсах этого делать не стоит.
Будем прощаться с телезрителями. С вами Брек Марал Майкузова, а также Виктор Гербер. Это был краткий обзор нового выпуска газеты «Эврика». Всего доброго, до вечера. До свидания.